Nissan Murano с круговым обзором, без мониторов в подголовниках. Вот так вот работает круговой обзор. Режимы кругового обзора переключаются. Вот. Оба штатных USB работают, кнопки на руле работают. Вот, можно выбрать режим такой, такой, такой. При переключении селектора в паркинг или драйв можно принудительно вызвать переднюю камеру без переключения ручки селектора. Устройство на Android 8.0.1, процессор T8. Как-то так.